Друзья, сегодня хотел бы с вами поговорить на следующую тему. Тема очень интересная, тема, которая знакома каждому из нас. Где найти мир и душевный покой? Мир и душевный покой. И как его приобрести? Знакомая тема, да? Мир и душевный покой. Почему мир и душевный покой – это важно? Вот теперь вам вопрос. Почему мир и душевный покой – это важно? Вообще, зачем об этом говорить? Как вы думаете? Вот мы можем поделиться немножко идеями. Отличная идея. Еще, пожалуйста. Ага, хорошо. Да, пожалуйста. Пошел в мир. Да. Вдалеке. Да. Да. Друзья, на самом деле абсолютно с вами согласен. Я считаю, что мир и душевный покой – это неотъемлемая жизнь любого человека. Должна быть неотъемлемая часть жизни любого человека здесь на Земле. Потому что от уровня этого мира и душевного покоя зависит, какие будут отношения с окружающими людьми, с женой, с коллегами по работе. Отсутствие мира и душевного покоя к чему приводит? Сами знаю, к чему, да? Вот, к суициду, да? Вот вчера интересно сделал статистику, я думаю, она вам будет интересна. Прям такая... Такой себе вот вопрос поставил, вот вообще, этой темы. Вот вчера есть такой сайт, называется Worldometer. Worldometer за 27 августа 2022 года. На английском языке я постараюсь перевести. Вот смотрите, выделенная желтым цветом статистика. Ну, статистика дело такое, как можно сказать, ну, это дело такое, да? Но со статистикой тоже интересно. Вот поразмышляю. Вот смотрите, вчера днем выкурила сигарет, вот курила, люди курили сигарету, в тот момент, когда я делал эту статистику, 7 миллиардов, ну почти что 700 миллионов людей в этот момент курила сигарет. 7 миллиардов 700 миллионов человек курили сигареты в этот момент. Выкурила сигарет, выкурила сигарет. За этот день в обед умерло от сигарет 6950 человек за один день от пристрастия к сигаретам. В этот день вчера в обед по статистике умерло 3477 человек от алкогольной зависимости. Это реально, то есть это не просто, ну нам показалось, это реально человек умер в результате алкоголизма. Вот от этого в один день, это за один день статистика. Суицид. По этой статистике за полгода, начиная с января месяца, от суицида скончалось 700 тысяч людей за 6 месяцев. Ну, по миру. Это мировая статистика, да? И последний интересный такой параметр. Только за вчерашний день, только за вчерашний день было продано нелегальным способом наркотиков на 556 миллионов долларов. Только за один день. Теперь вопрос. Вот можно сказать, почему я именно выборку вот эту вот взял? Потому что вот эти вопросы, которые здесь в этой статистике, они напрямую касаются внутреннего состояния человека. Напрямую. Если бы этот вопрос был такой, ну не важно, ну давайте о чем-то другом. Давайте вот поговорим, там, защищать тюленей. Давайте поговорим, там, вот вымирают панды, например, там, допустим, да? Ну, а это такое, это ну, не важно. Если это не важно, почему так все плохо? Вот. Вообще, в чем проблема, да? Сегодня будем об этом говорить. Я предложил один библейский текст, вот вы полную версию сейчас имеете на столах. Я взял немножко выборку, то есть я взял выборочный библейский текст, и мы об этом сейчас будем говорить. Вообще о вопросе, где найти мир и душевный покой, и как его приобрести.
Кто мог бы прочитать этот библейский текст, пожалуйста? Вот есть такая возможность сейчас прочитать его. Вот можно с экрана, ну вот у вас продублировано на листочках, но там с дополнительными текстами. Кто мог бы прочитать? У него нет власти. Спасибо большое, Анечка. Здорово. Как всегда, на высоте. Да, будем сегодня говорить об этом. Первый, вообще три пункта у меня есть плана сегодня. Первый пункт, самый интересный. Так откуда же приходит мир и покой? Кто генерирует этот мир и покой? Да? Первое. Смотрите, вот этот текст был записан, он записан в Евангелии от Иоанна, 14 главе. Вот представьте ситуацию. Иисус Христос в завершении своего трехлетнего служения что-то передает важное своим ученикам. Это одна из тем, кстати, которую он поднимает. И он передает им очень важное что-то, и он делает напутствие ученикам. Он дает напутствие ученикам. Когда мы имеем дело с человеком, который уходит, вот обычно этот человек после себя что-то хочет оставить важное. Да, из очень большого множества что-то очень важное. Что же он хочет оставить своим ученикам? Смотрите, в этом тексте есть два греческих слова, которые у нас переведены как «мир». Но они имеют абсолютно разное значение. Первое слово, вот вы посмотрите в текст, у вас листочки сейчас есть, это Евангелие от Иоанна, 14 глава, с 23 стиха по 31. Евангелие от Иоанна, 14 глава, с 23 по 31 стих. Смотрите, в этом тексте есть одно слово, которое везде оно звучит как мир. Мир мой даю вам, мир не тот, который мир вам дает, и князь мира. Но в греческом языке там есть совершенно разное значение этого слова мир. Смотрите, первое значение этого слова – это слово «эйрена». «Эйрена» – это, кстати, слово имя Ирина. Оно именно идет от этого греческого слова «эйрена». Оно обозначает покой, мир, благополучие. Это состояние души. Иисус Христос говорит ученикам, я даю вам благополучие, я даю вам покой, эйрене. Но потом он говорит, не так, как космос дает вам. Что такое космос? Космос – это мир, земля, мировой порядок, система, земная. То есть Иисус тем самым говорит, что то, что вы получите от меня, вы этого в мире не найдете здесь. Этот мир дать вам этого не может. Третий пункт. Иисус Христос, 27 стих, можете проследить, посмотреть у вас в листочках или в тексте. Иисус Христос говорит, что Он источник душевного покоя и мира. Он дает мир и душевный покой. Он же господин субботы, господин покоя. В Матфея 12 главы, 8 стихе написано, ибо сын человеческий господин субботы. Суббота, шаббат на иврите обозначает покой, день покоя. Так вот Иисус Христос – это господин этого дня. Он имеет эксклюзивные права на покой. То есть эксклюзивные права – это что? Это значит, если вы хотите получить покой, идите к Иисусу, Бог дает. Кто не хочет иметь покоя от Иисуса, он нигде его больше не найдет, потому что он обладает этим правом. И интересно, четвертый стих. Сатана, 31 стих. Это начальник и вдохновитель ценности этого мира. В греческом языке
Буквально звучит эта фраза в 31 стихе. «Ой, той космос, космоин, архон, начальник, вождь, предводитель, правитель, князь, владыка». Буквально перевод «предводитель мирового порядка». Он говорит, предводитель мирового порядка во мне не имеет ничего. Я иду. Интересно, что космос и в том случае, и тут обозначается одно и то же слово. Но это немножко такая игра слов, да, как бы вот немножко мы пытаемся сейчас оттенки найти значение, да. Смотрите дальше. Что главное здесь уловить? Главное уловить то, что может дать Иисус Христос, этого в мире не найти. Мир этого дать не сможет. Второе. Почему люди в мире не имеют мира и покоя? Друзья, почему люди в мире, мирские люди, не имеют мира и покоя? Нету Христа, нету Бога в жизни. Почему еще? Какая причина? Да, они пытаются компенсировать, да, вот это вакуум души. Да. Да, абсолютно верно. Смотрите, интересно, что если кто уже давно христианин, то давно уверовал, вы иногда чувствовали в своей жизни, вот вроде бы все хорошо, комфортно на душе, мир, покой, радость, а потом раз и провал. Страх, переживание, что не так. То есть бывают моменты, знаете, так, как говорят в мире, там такая полоса белая, полоса черная. Но одно дело понятно, люди без Бога, они живут в этом состоянии, это естественно, как говорится. Но а с нами-то, детьми Божьими, что происходит? Почему? И вот я попытался сделать такую подборку причин. Они не все причины, но основные. Почему люди испытывают то, что у них нет мира и без основного покоя? Давайте начнем с людей, которые живут без Бога. Первое. Люди живут без Бога во вражде с Ним. Они отделены от Бога. Все. О каком мире и покое может быть речь, если человек отделен от источника покоя, от источника радости, от источника благополучия? Это естественно. Второй момент. Люди могут называть себя верующими, но жить в непрощении. Кто-то переживал момент в жизни непрощения? Были моменты? Чувствовали? Ощущения какие? Непрощение. Много тяжести. Что еще? Раздражительность. Что-то еще может быть. Несовместимости, да? Друзья, если даже христианин попал в ловушку непрощения, даже тот, который примирился с Богом однажды, это ловушка. Человек, он не может испытывать мира и душевного покоя. Он страдает. Потому что произошел разрыв отношений. Нарушилась связь. Следующий момент. Третий. Жить в греховных привычках, являясь рабами греховных. Жить в греховных привычках, являясь рабами греховных привычек, удовольствия и зависимости. Тоже интересный момент. Вроде бы человек уже с Богом примирился. Вроде бы уже решил основные вопросы. Уже все, мы уже там, я не знаю. Ну, в общем, побороли большие грехи. Но есть же там маленькие какие-то грешки такие, знаете, сиюминутные удовольствия. И вот эти греховные привычки, удовольствия, они что делают? Они постоянно нарушают отношения с Богом. Они нарушают связь с Богом, с источником радости, благополучия, мира. Человек находится, в общем, двумя ногами, знаете, в разных мирах. Вот. Это тоже похищает мир, мир и душевный покой. Четвертый. Находится под влиянием ложных учений. Под влиянием ложных учений. Та же самая ситуация, та же самая проблема. Человек следует не библейской истине. Да? И последнее, пятое. Не проводит регулярного времени с Богом в молитве, чтении Библии, общении, служении с христианами. Тоже очень частая проблема. Помню такую фразу, я раньше, когда-то мы с Санечкой были раньше в церкви, где у нас были несколько реабилитационных центров для наркоманов и алкоголиков. И значит, у нас такая была поговорка.
Защемила, прибежала, отпустила, убежала. Вот такая была у нас похоронка. Как говорят, как тревога, говорят в Украине, так же было. Тревога прошла, все, у нас начинается откат назад, да, до следующего раза. Друзья, вопрос какой? Человек не может быть в нормальном духовном состоянии вдали от источника жизни и благополучия радости. Это двигатель без масла. Двигатель без масла, он заклинит рано или поздно. Это ветка, которая не питается соком. Это дерево, которое не питается влагой. Оно засохнет. Сейчас засуха везде в Англии. Можно наблюдать, как засыхают целые деревья. Красивое дерево без источника влаги засыхает. Третий вопрос. Как получить покой в Боге? Как получить покой в Боге? Что нам открывает Писание, друзья? Вот мы сейчас прочитали библейский текст. Немножко поговорили о причинах. Как, какие есть идеи? Можем поделиться друг с другом. Как все-таки получить этот покой в Боге, это благополучие сердечное, мир сердце? Молитва. Абсолютно верно. Еще, пожалуйста. Отлично. Найти причину, да, почему нет, откуда проблема появилась, да, почему я потерял мир. Отлично. Еще, друзья, какие есть предложения? Отлично. Да, пожалуйста, Валентина. Да, да, отлично. Да. И помните, когда-то был такой момент, это апостол Павел написал Тимофею, он написал: вникай в себя и в учение, занимайся этим постоянно, и что будет, кто помнит дальше? Результат какой? И так спасешь себя и слушающих тебя. Апостол Павел дает рекомендацию Тимофею. Вникай в себя, внутри, заглядывай в сердце. И в учение, Слово Божие, занимайся этим как? Время от времени, постоянно. Мониторь состояние сердца, как оно соответствует с Писанием, что происходит в твоей жизни. И так спасешь себя и слушающих тебя. Друзья, смотрите, самый главный тезис, который мы должны уяснить, что мир и душевный покой – это не цель моей жизни. Это результат моих отношений с Богом. Если вы внимательно посмотрите, какие тенденции идут в мире, то люди чем они одержимы? Во что бы то ни стало, любыми методами получить мир и душевный покой. Любыми методами. Кто-то на йогу ходит, кто-то, там, я не знаю, употребляет какие-то там вещества, изменяющие сознание. Кто-то ищет друзей, товарищей там по счастью, подругу по другим. Кто-то в карьере движется. Ну, в общем, как-то человек... То есть идея какая? Где же найти вот эту внутреннюю гармонию в себе? Где ее испытать? И человек начинает искать инструменты. Как этого достичь? Так вот, Библия нам открывает истину, что мир и душевный покой – это не цель, это результат. В результате отношений с Богом что приходит? Мир и душевный покой. Вот и все. Опять же таки, смотрите, мы можем попробовать такую аналогию. Нам надо не болеть. Давайте мы не будем болеть. И все, кто прививки делает, кто
там, я не знаю, там чем-то занимается, там не ходит в общественные места. Ну, в принципе, чтобы не болеть, это состояние, это результат того, что человек ведет нормальную, здоровую жизнь. То есть он следит за тем, что он кушает, какой у него иммунитет, какая у него физическая нагрузка. Это результат. Здоровье человека – это результат нормальной его жизнедеятельности. Да? Но это не цель. Во что бы то ни стало, должен быть здоров. Любыми методами. Буду жменями витамины кушать, там, я не знаю, людей избегать. Вот. То есть, понимаете, да? То есть, может быть, вот, ну, такой, попробовал такой налог. Первый момент. Смотрите, друзья, для того, чтобы все-таки этот долгожданный мир и душевный покой получить, вообще-то надо начинать с примирения с Богом. Это вообще, это, знаете, как это универсальный принцип. Обычно, так как источником нашего счастья и благополучия является Бог, то, в принципе, с Богом и надо решать этот вопрос. Апостол, пророк Давид, он часто читает внимательно, он взывает к Богу и говорит: «Нет, не от меня духа твоего, там, я беден и нищ, там, вот, пойду, там». Ну, то есть он пытается постоянно взывать к Богу, и он пытается достучаться, как говорится, до небес. Ну, то есть он переводит глаза со своего внутреннего дискомфорта на Бога, который может дать на самом деле вот этот мир и душевный покой. Смотрите, как это происходит. Первое, признать себя грешником, признать, что я оступился, да, я сделал грех, да, я, может, кого-то обидел, может быть, кто-то меня обидел, я живу не в прощении. Может быть, я совершаю какой-то грех. А может быть, я вообще никогда не был примирен со Христом, с Богом. Признать свою греховность, попросить у Бога прощения с верой, принять прощение во Христе и получить очищение в грехах. Это самый первый, самый главный базовый принцип. Даже если мы уже сделали это когда-то, даже если мы сделали это уже много раз, ничего страшного, Бог всегда ждет, Он всегда готов нас принять, простить, обнять, поцеловать, как своих детей. Опять же таки, друзья, вот мы живем в семье, да? Сколько раз нам приходится в семье для нормальных, здоровых отношений с детьми и супругами просить друг друга прощения? Но в нормальной семье это происходит на регулярной основе. Столкновение характера, кто-то кому-то чего-то, знаете, перешел дорогу, ой, прости, извини, где-то голос повысил, где-то не досмотрел, где-то проигнорировал. Это нормально. Так и с Богом это нормально, если я почувствовал нарушение мира сердца, какая-то опустошенность, совесть меня, ну, как бы, Дух Святой меня обличает. Попросите Бога прощения. Здесь нет ничего плохого, корона с головы не упадет. Второй момент. Полюбить Господа Иисуса, и тогда Он с Отцом Небесным сделает у человека жилище сердца. Прочитайте 23 стих. Кто может из листочка прочитать 23 стих, друзья? Громко. Кто может его прочитать? 23 стих. Кому мы придем? И, представляете, вы представляете, что Христос говорит? Мы с Отцом Небесным придем к этому человеку и сделаем у него обитель. Мы будем жить у него. Обитель у него совершим. Как вы думаете, как другими словами можно это назвать? Вот этот, когда к вам приходит Бог, Отец или Сын Иисус Христос и совершает обитель. Как это называется состояние? Что это за место в это вот обитель? Как это можно по-другому назвать? Святилище, абсолютно верно. Еще можно назвать Царство Божье. Наступает Царство Божье. Кто помнит, что такое Царство Божие, которое делает, как его дает Евангелие или Новый Завет, формулировку? Царство Божие – это не пища и питье, а что это? В нас, в сердце, что это? Царство Божие – это мир, радость и праведность Мир, радость и праведность во Христе Иисусе – это Царство Божье.
Христос говорит, кто полюбит меня, мы с Отцом, кстати, с Отцом, мы придем и будем жить, человек будет погружен в Божье присутствие, Царство Божье. А что такое полюбить Бога? Что такое полюбить Христа? Это что, каждый день объясняться Иисусу Христу любви? Это рисовать открытки, где... Вот у меня дочка, ей 5 лет, она вот часто изображает Иисуса Христа. Она говорит, это Бог. Она смотрит крест, говорит, это Бог. Вот. Можно там, а можно и по-другому. И тут Христос сам говорит, кто исполняет Слово Мое? Человек, который знает Слово Божие, который послушен Христу, тем самым проявляет любовь ко Христу. Он проявляет любовь к Богу. Если я каждый день объясняю Богу в любви, в музыке, пишу стихи, а я не живу, я не послушан Христу, это не любовь. Это далеко не любовь. Это просто, я не знаю, как пустословие. Христос также говорит, а кто не слушает меня, тот не любит меня. Как вы думаете, исходя из этого текста, может такому человеку прийти Бог, Христос, и обитель у него совершить, который не любит его, не послушный Христу, избегает Христа? Все, тут все написано. Друзья, в чем проявляется любовь ко Христу? Проявляется в послушании Ему, Его учению. Второй момент. Проводить время с возлюбленным Богом в молитве, познание Его через Писание и с Его детьми и церковью. Любить Бога – это проводить с Ним время. Вот, друзья, мы хотели бы, например, вот у нас есть возлюбленные нами люди, которые нас игнорируют постоянно. Не, он говорит, я тебя так люблю, и пропал на год. Вообще нету человека. Скажите, вы верите, что этот человек вас любит, если его год уже нету на орбите? С радаров пропал человек. Но он любит, он честно, он открытку прислал через полгода. Что такое любовь? Это взаимоотношения. А молиться, читать Писание и послушание, это не потому, что так Сережа попросил. Братья и сестры, давайте Бога любить, Библию каждый день читать, молиться. Ну ты же Сережа нас попросил. Нет, это не Сережа, это не надо. Это акт любви. Это я провожу время с возлюбленным моим Христом, с Отцом. И в результате что я получаю, как вы думаете? Я получаю мир и душевный покой, Царство Божие. Третий момент. Стремиться не огорчать Бога греховной жизнью. Не делать то, чему ему неприятно. Мы живем люди все. У нас мужья, жены, дети, друзья, даже если нету, друзья. Ну, мне так кажется, наверное, я так думаю, что человек, который дорожит дружбой, дорожит семьей, близкими людьми, он максимально будет прилагать усилия, чтобы не огорчать моего друга и возлюбленного человека. К примеру, если моего возлюбленного человека раздражает, когда бахают дверями дом, просто вот забыл. Ну, нормальный человек, который дорожит этими отношениями, он будет дверь придерживать. Если человек дорожит тем, что, я не знаю, чем-то еще, но мы все знаем, что наши близкие люди любят и чего они не любят, то тот, кого мы любим, мы будем стараться максимально избегать то, что неприятно возлюбленному, да? Или другу. То же самое с Богом. Если я люблю Бога, а какая первая заповедь в Библии? Какая самая главная заповедь? Возлюби Бога. Если я говорю, что я люблю Бога всем сердцем, всем разумением, всей крепостью, что я должен делать? Проявлять это в делах. Поэтому, друзья мои, внимательно важно изучить, что не любит мой возлюбленный, мой небесный отец и отец. Вот этого не делать, не надо этого делать. Это огорчает возлюбленного. Ему это неприятно. Он отдаляется, мы отдаляемся от него. Мир пропадает, радость пропадает, благополучие пропадает.
Друзья, сейчас у нас время в группах. Вот у нас есть три вопроса. Вот у нас замечательные группы. Вообще было бы здорово, вот, может быть, даже по три человека, может быть, нам поделиться. И немножечко все, что мы услышали, применить это, обговорить друг с другом. Да. Смотрите, вопрос номер один. На каждый вопрос по 5 минут. Вот мы сейчас будем беседовать, друг с другом делиться. Первый вопрос. Что вы сегодня узнали нового о блоке на людях сегодня? Что вы нового узнали, чего вы раньше или забыли, или ну, не знали? Просто поделитесь друг с другом. Какой-то одной или двумя идеей. Следующих 5 минут. Что вы хотели бы изменить в своей жизни? Что бы вы хотели изменить в своей жизни, и вы считаете, да, ну вот у вас с этим есть немножко проблемки, да? Или то, над чем вы хотели бы поработать. И третий момент. Поделитесь практическими шагами, как вы будете это делать. Все, три простых вопроса.